Очередной раунд российско-украинских переговоров начался 1 апреля 2022 года. Об этом написал в телеграм-канале глава российской переговорной группы Владимир Мединский. С российской стороны в переговорах участвует в том числе председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, с украинской стороны глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арамахія и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Отметим, что в ближайшие неделю-две может состояться очная встреча глав МИД Украины и Российской Федерации.